Вот так вот пейзаж меняется быстро, вот недавно снимал. Вообще-то хотел рассказать о том, что встречал, ё-моё, встречал французов в поезде в Екатеринбурге, вышли там с вагонов, встретились. Вот, и сейчас по дороге встретил француз, идет один, мы с ним поговорили так, насколько смогли. Вот, но сейчас у меня, походу, жара начинается. На Байкале штиль, у меня варится компот. Доваривается уже, кипит. А тут вот надвигается вот такая штука. Ну, я думаю, обойдет. Привязал, в общем, ну вот. Вот так вот я сегодня припарковался. Слыхали? А я слыхал. Ну, я-то вроде это, под крышей. Палатку привязал к вот этим вот синим столикам и лавочкам. Поэтому никуда не полечу сегодня. Ну, тут, конечно. Сейчас буду наблюдать пейзажи грозы над Байкалом, сидя под крышей. И буду пить вкусный компот. Блин, круто. Фотик бы какой-нибудь такой там полупрофессиональный, зеркалку или еще что-нибудь. Или профессиональный. Потому что пейзажи вообще невероятные. Смотрите, какие облака. Ёшкин кот. Обалдеть. Обалдеть. Вот оттуда надвигается все. Чувствую ветерочек. Все, буду собираться, упаковываться к ночлегу, к наблюдениям готовиться. Всего доброго.